Всем привет, ребята! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Настя, и сегодня в этом видео я хочу вам показать классные идеи для фото на Новый год. На своем канале я рассказываю о творчестве, вдохновении, фотографии и моде. Если тебе тоже интересны эти темы, то не забудь подписаться. Для автопортретов на Новый год я создала сегодня достаточно классический образ в черном цвете. Мне захотелось сделать красивые фотографии в стиле ретро-открыток. Первая идея – это фото с елкой. Вот такая фотография у меня получилась. Следующая фотография – это близкий портрет. Я решила использовать в качестве реквизита ветки, которые я делала для декора дома. Как я их делала, вы можете посмотреть в видео, где я украшаю елку на Новый год. Для следующей фотографии в качестве реквизита я возьму бокал и наполню его блестками. Вот такие фотографии у меня получились. Большое спасибо, что смотрели это видео. Всех целую, всем пока и до скорой встречи.